чтобы мне как толкать спать. О, боже мой! Простите. А можно отпустить? Нет, можно просто, да, отпустить. Да. Так, сейчас буквально, буквально чуть-чуть. А я попа не зацеплюсь за доску заезда. Если чуть-чуть оттолкнуться вперед. А сказали, нельзя толкаться, да? Но нам нужно сделать шаг. Угу. Давай, блядь! О, господи. Для кого? О, господи. Ну, ей же придется это отдать. О, меня трясет, всю. Господи. Просто делаем шаг вперед, да? Да. А прям с прыжком, не? Можно прыгнуть. Давай, 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 давай. О, боже мой, да что такое? Ноги завязли. Сейчас. Простите меня. О, господи. Вам сложно это осознание, то, что вы сейчас будете понимать, что вы видите? Нет, я просто, я не могу почему-то шаг вперед сделать. Да, Катя, тебя пихали. Ой. Так, раз, два, три. Пожалуйста, все меня там ловите. Мне стрёмно, капец. Катя, я так каждую тренировку пищу. А у меня голова маленькая. Ну, у меня тогда почему-то это максимум его закрепить было. Фу, это было круто. Так, все-таки, может быть, меня прихватите, да? Фу. Фу. Так вообще. Это вообще было круто. Ну, страшно, капец. Я так орала.